Всем привет! Сегодня разберем такую добавку, как инозитол. Купить товары по выгодной цене со скидкой можно по ссылкам в описании к видео. Вы на канале Разбиратор. Для примера я взял инозитол от компании Nao в виде порошка и капсул. Инозитол – это биологически активное витаминоподобное вещество, частично производимое организмом, а также попадает в него с пищей. Он принимает участие в обмене углеводов, оказывает воздействие на синтез липидов, помогает поддерживать в здоровом состоянии печень, регулирует двигательную активность желудка и кишечника. Он относится к витаминам группы В и называется витамином В8. По сути, является компонентом клеточных мембран и играет важную роль в здоровом функционировании и росте клеток. Очень легко усваивается, обладает высоким профилем безопасности. Его часто рекомендуют врачи во время комплексного лечения гормональных нарушений и для коррекции углеводного обмена. Ведь он влияет на выработку гормона инсулина, а также, кстати, серотонина и дофамина, гормонов счастья. Также понижает устойчивость к лептину, гормону, подавляющему чувство голода, и активирует овуляцию. И это не все его преимущества. Обычно принимает 250 тысяч мг инозитола в сутки. В нашем примере это одна порция порошка или две капсулы. Принимать седой курс несколько месяцев.